Доброй ночи, партнеры. Я вам сейчас хочу показать, как нужно изменить вкус коктейля, например, да, или супа из wellness-подписки. Вот, для этого вообще ваша корзина должна быть пустой. Поэтому мы заходим в корзину. Можно и вот здесь нажать «Очистить корзину». Да. Но кроме этого еще мы нажимаем «Продолжить». Потом в самом низу «Изменить заказ». Вот, «Изменить заказ». Вас снова вернет корзину. Она чиста. Теперь в меню заходим. В раздел «Заказы», «Подписки Wellness». Встаем на саму подписку и изменить. Теперь вот здесь вы видите вот цифры каталогов. 14 каталог. Вот. И вот здесь вот мы можем изменить. Для этого мы нажимаем на вот эту стрелочку. Именно где вот, если мы хотим поменять, например, с клубничного на какое-то у нас шоколадный или ванильный. Например, суп тоже хотим поменять. Так. Сохранить. Что у нас получилось? Томат и базилик и ванильный получился. Теперь нажимаем на корзину. Продолжить. Видимо, у нас изменился. Стал томатный, где коктейль, вот, ванильный, только что-то рисунка не видно, вот ванильный, и теперь посмотрим, вот чайный набор, так, отказ от каталогов, можно теперь уже писать, только что-то там он был внесен. Так, еще здесь использовать нужно будет 50% скидки на какой-нибудь любимый продукт. Вот ванильный появился, суп, wellness pack, детский минеральный комплекс. И теперь здесь сумма у нас 4600 и минус объемная скидка 3253 к оплате 1420 и по баллам это 149 баллов. То есть 1 балл еще добавить, уже свой личный товарооборот, а к оплате 1420 тенге. И теперь здесь смотрим, еще остаток объемной скидки есть. Вот. 11224 тенге еще есть дохода, который можно использовать. Вот, и вот таким образом можно менять. Клубничный уже появился, можно будет снова поменять на шоколад, на клубнику, или вернуть, да, опять так же, как и было. Вот, всем спасибо за внимание, удачного каталога.